Всем привет! Мы на канале Олегодания. И сегодня мы будем играть в слоника, кольца. Мы сегодня устроим соревнования. Вы на канале Рыжая Данька. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем играть. Надо хобота попытаться и как-то вот так собрать. Короче, поехали. 1, 2, 3. У меня уже 2 слоя. Господи, вот эти материалы. Ой, я фиолетовый. Фиолетовый куб. Да уйди. Да уйди, чихаешься. Да блин, ты честно. Я что, не могу? Я не могу так играть. И там все ты честно. Вы уже играли, да? Я нет. Поехали. Я выиграла. Да куда? Подожди, еще жми все карты. А я сейчас буду это делать. Вообще-то нет, я у нас. Я уже была согласна. Осталось только... Ой, прости. Если бы я была бы слоном, я была бы неуклюжим слоном. Нет. Да. Ай, не делай. У меня больше всех. Как мне честно? Вот если я сейчас одену, то иногда это будет. Давайте посчитаем, сколько у Саши. У Саши у меня 2 зеленых. И что? А у меня вот так. Мне кажется, что ты мухлеба. Так, а у меня, короче, 1. Мы подвели итоги. Саша выиграл, потому что у него больше колец. Но если вы считаете по-другому, потому что все шумничали, то напишите в комментариях. А сейчас всем пока. Подпишитесь, снова подпишитесь, поставьте лайк. Всем пока. Пока.